Ребята, всем привет! Я сейчас помыла голову, буду ее сушить, уже сделала уроки. И мы сейчас выезжаем в магазин, в торговый центр, и будем выбирать мне новогоднее платье. А может быть, это будет комбез, я не знаю, что на самом деле больше хочу, платье или какой-то костюм комбез. В общем, сейчас будем смотреть, и я надеюсь, что сегодня мы что-то найдем интересненькое. Ладно, сейчас буду сушить голову, а мне нужно поставить телефон на зарядку, потому что вчера ночью я забыла это сделать, и у меня 10%. Ну что, мы уже приехали в Мегу, и смотрите, здесь все украшено к Новому году, стоит гигантская просто елка. И звезды висят так красиво. Зашли сейчас в Икею. Смотрите, какие здесь маленькие елочки. Вообще малышки. Зашли сейчас в Лайм. Смотрите, здесь какой есть костюм. Или это платье? А нет, это костюмчик, юбка и кофта тогда. Интересно, да, такой топ? Да. Топ мне нравится, такие рукава. Я хочу вот себе платье с такими какими-то рукавами. Черное. Ой, вот смотри, сколько блестящего все. Что-то мне вот этот костюм напомнил пижамы сейчас. Он мне наподобие такого, даже вот качества такого. Смотрите, какое блестящее платье розовое. Ой, ну, вот смотрите, на одно плечо. А, я не знаю. Давай я подержу. Смотрите, на одно плечо. И рукав достаточно широкий. Кстати, симпатичненько. Может померить? Но ты хочешь так, чтобы и на день рождения? Да, я хочу потом на день рождения его. Ну а почему нет? Оно подойдет на ну, день да, рождения. Ну да, подойдет. Цвет красивый. Так, я померю его. Меришь, посмотри. Не, ну 2XS это слишком. Возьми XS и S. Я так думаю. Ой, а смотри, хорошо. Ты видела? Нет, сейчас подожди, сейчас забираю. Под кожу. XS брать или нет? Мне кажется, XS маленький. Слушай, ну возьми я S-ку. Смотри, вот такое. Ой, нет, не... хотя коричневый очень подержи. Актуален в этот Новый год. Да. Но я кожаную не хочу, представляешь, дома в кожаной. Ну, а потом, может быть, кафе, может быть, ну, день рождения. Нет, день рождения. А такое нет. Платье, кстати, можно будет, ну-ка, поверни задом. Можно будет и потом, ну, одеть куда-то. Ну, день рождения я не хочу. Коричневый цветик. Печально. Сзади молния такая. Угу. Тоже симпатичное, да, платье? Не очень. Идем дальше. Кстати, симпатичненькое платье. Да? Я почему-то его сразу писала под высокие сапоги. Угу. Их всего стрижки. Размеры. Две эльки и элька. Хотела нет, померить. Не эль. А, эль? 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 Три эльки. Нормально. Я хотела померить, но у меня эмка нужна. О, смотри, только что. Смотрите, здесь еще есть вот такое вот платье фиолетовое. Такая вот моделька достаточно такая необычная на самом деле. Вот тоже платье, смотрите, оно достаточно такое прям длинное платье. Золотые вот такие платьица. А вот смотрите, какой валан. Такое мини-черное платьице, но рукава очень такие необычные. Ой, вот смотрите, какое. Черное платье и такие рукава. Мама, как тебе такое? Ну, блин, я не знаю, S-ку или XS? Ну, наверное, XS. XS? Ну, такая модель, она просто, знаешь, широковата вот тут. Мне кажется, XS. Ну, давай, XS. Подержишь? Да. Вот о, посмотри, какой бант. Вау, вау. Гигантский. Топ, смотри. Какой. Смотри, какое платье. А вот топ, посмотри. Ну, это как на ну, платье висит из такой же ткани. Слушай, оно колючее. А внутри оно не колючее. Ну вот это уже будет, смотри, колодцы, ну, видишь? А, ну да, здесь такая штучка, подгиб вставка. Вот это, да, ну, рукава будут колючие. Угу. А вот, смотрите, есть такой вот костюм. Правда, похож на пижаму. Ну это вот как тот. Ну нет, да, брюки достаточно такие широкие. Вот такая вот, как рубашка. Так, ладно, все, пойдем мерить вот эти два платья, которые я выбрала.
Идем их мерить. Мне очень нравятся рукава. Очень красивые. Прям такие праздничные. А вот здесь, мне кажется, как-то простовато. В общем, у нас сейчас время перекуса, я заказала себе лонгер KFC, а остальные все захотели, как это называется? Это бургер. Бургер с этим, с луком жареным. В общем, три бургера. Бургер-гриль, что-то такое. А, да. Я буду уже кушать. И всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Я говядину не люблю, поэтому лонгер заказала. Зашли сейчас в Love Republic, посмотреть здесь тоже платьице на Новый год. Только что-то я пока вообще здесь не вижу новогодней коллекции. Посмотрите, вязаное такое платье. Сейчас такие вот рукава прям везде делают. Достаточно такие объемные фонари. Что-то мне здесь вообще ничего не нравится, так что выходим отсюда. Но опять же, оно длинное такое. Прям длинное-длинное. Еще есть в черном цвете такое платье. Смотрите, вставили мы уже батарейки вот в эти фонари, и посмотрите, как красиво это выглядит. А под определенным светом они еще так красиво искрятся, эти фонарики. В общем, просто вообще красота. И наша елочка красавица. Детка очень нравится. Ну, а вообще мы садимся смотреть фильм мелодраму. Конечно же, куда же без мелодрамы. Но на этом мое видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока.